drinking what Godzip.com. Now I got a word for your tongue. How many Rolling Stones you want? Yeah, I got a brand new spirit speaking and it's done. Woke up on the side of the bed like I won. Talk like the wind in my chest to that sun. G5 in the U.S. to Taiwan. Now who can say that? I want to play back. Mama knew I was a needle in a haystack. Upper body boy, plus way back. I got a feeling it's a rap. ASAP. Gotta get it in. Witness, I got the heart of 20 men. No fear, go to sleep in the lion's den. That glow, that spark, that crown. You're looking at the king of the jungle now. Stronger than ever, can't hold me down. 100 miles gunning from the bitch's mouth. Straight game face, it's game day. See me running through the crowd full of melee. No trick plays, I'm Bill Gates. Take a genius to understand me. Oh, sometimes I get a good feeling. Yeah. Это зимний вариант, когда дети плывут отдельно в бассейне, а бегут они в электрическом манеже. Это тут называется зимний биатл, зимний триатл. Привлекает то, что мы организовали массовость. Мы сейчас организовываем производство пистолетов
детских лазерных пистолетов. Они очень недорогостоящие, они порядка в 10 раз дешевле, чем европейские аналоги. И таким образом мы хотим с этим видом войти в школы, в разные секции и так далее. То есть мы хотим это произвести массовость. А в чем массовость? Тем, что это беспрерывный, как триатлон, как биатлон, те виды спорта, которые в свое время принесли колоссальную зрелищность и массовость видов спорта. И таким образом мы видим, что, скажем так, если в прошлом году мы видели на чемпионате Украины порядка 50-70 спортсменов, сегодня 210 спортсменов вышли. Вы знаете, то, что в наше время проводятся такие мероприятия, это знаменательно. В наше сложное время, смотрите, какая активность, детвора, молодежь, дети, юноши, девушки пришли сегодня на соревнования. И не важно, кто победит, важно участие. А это наш будущий резерв.